Друзья мои, всем привет! С вами Дим Димыч на своем канале. Канал называется «Своими руками». Ребят, в сегодняшнем видео я покажу окончание поделки номер 77, ну и немножечко расскажу о ней. В общем, в предыдущем видео, да и в приложении Shorts, есть ролик «Состояние данного ножа до» и, соответственно, состояние его сейчас. Ну, то есть нож был полностью переточен, полностью переделан. Полная замена больстера, рукояти, изменение геометрии, ну и сведения и так далее. И под данный нож, сталь не знаю какая на ноже, повторяюсь. И под данный нож были сделаны вот такие ножны. Ножны отформовал по самому ножу, подгонка по ширине, по толщине, ну полностью по форме ножа, так сказать, да. Ножны на свободном подвесе, кожа растительного дубления, довольно таки толстая, в районе 3,8-4 миллиметра. Хальнитены закрыл. Ну, как всегда, в принципе, уже кто следит за видосами, тот понимает, что хальнитены я всегда закрываю вот такими кожаными вставками, которые держатся на нейритовом клее. Ну и оторвать довольно-таки сложно эти вставочки, потому что клеится это все на горячую. Так, ну, что еще? Давайте посмотрим, как все это дело будет сейчас заходить. Плотненько. Ничего не болтается, ничего не трясется. Минимальные зазоры по посадке выполненные. Торцы у ножен шлифованные, полированные. Ножны обработаны специализированным финишным покрытием. Спокойно вытаскиваем. На ноже я использовал свой композит, свое литье. Композит в темно-черно-синем с белым цветом. Игра вот такая вот рисунка. Нож довольно-таки брутальный. Ну и на ножнах сделано сливное отверстие для воды. Для промывки ножен. То есть, когда попадает песок, грязь, можно спокойно ножны промыть, высушить. И, в общем-то, чуть-чуть придавить руками, поддерживая форму. И на солнышке просто банально высушить. Но при том, при всем, ну вот мой небольшой советик, рекомендация, чтобы ножны промывать и сушить в дальнейшем, необходимо нож замотать в стрейч-ленту, потому что если сталь имеет хотя бы какое-то количество углерода, она будет либо патинировать, в худшем случае ржаветь. Поэтому рекомендация такая: защитить клинок, промыть ножны. Ножны немножко потеряют форму при промывке. Потом погрузить защищенный от воды клинок вместе с рукоятью. Погрузить, чуть-чуть пальцами попридавливать, выровнять, то есть размокшую кожу. И просто банально высушить. Кожа примет свое.
Ну все, ребят, долго не буду затягивать. Поделка номер 77 закончена и отправляется к своему владельцу. Всем всех благ. До новых встреч. С вами был Дим Димыч.